Пошли в магазин сыра. Вот сыры. 8 евро. Наверное, обалденный козий сыр. 7 евро. 13 евро. 12 евро. Это мелкая, наверное, колбаска. Чупа-чупсы большие. Пойдем видно посмотрим. Все мед, да? Наверное. 15 евро. Сколько штук? Сколько там получается? 6 штук. 6 штук. Классный евро. Мила. Бутылочка. Тут что-то без цены. 10 евро. 10 евро. 10,60. Вот такая маленькая бутылочка. 16 евро. Внутри сзади маска стоит оливковая. Пойдем туда. Вот это. Не меньше 25. 27. 28 даже может быть. Вот это водярочка. Место. Без цены. Зато с акцизом. Наверное, с России, что ли? 13,35. А, это коробки? Это вот такая. Легкая, навороченная. Маслица. Пошли с той стороны. Да нет, я вот еще сухарики. О, вот для какие карамельки. 7,30 карамелька. Шоколад. Монсеррат. 7 евро. Посмотрим. 300 грамм, в принципе, не так и дорого. Фартучек тебе не нужен? Нет, фартучек не нужен. Почему? Барашки. Все Монсеррат. Футболочки. Сколько стоят футболочки? 13 евро. Монсеррат. Ну, в принципе, около 1000 рублей это недорого, да? Пойдем магнитики посмотрим. Монсеррат. Не знаю, сколько. Олег, сколько они стоят? 8 танков. Ну-ка, вот тут посмотрите. У меня наподобие на этом висит. 3,45. Ну, в принципе, так, цена. Цена свечки. Не будем брать, конечно. Сколько можно, да? А? Да и какой ходьбы это? Кто старенький? Это палки для ходьбы. Это кто старенький? Это для скандинавской ходьбы палки. Да? И сколько одна палка стоит? 5,40. Ну давай, я сниму, как ты пойдешь. А вот эта палка тоже для скандинавской ходьбы? Нет, это по хребту. Батя купить. Отдайте, пожалуйста.
тапочки не хочешь себе? Зато ты посмотри, кожа натуральная, все. Не пойму, или 16 или 76 евро. 900. Да вот тут. Вот. Сколько? 21. А, это маленький размер, кажется. Ну, черт, я надолго. Сколько стоит? 14 евро маленький. Тут я вот сфотографирую. Надолго. Обшарить лицо. Мадонна. Иисус с барашками. Слушай, какой магазин здоровый. Там еще продолжение кафешек. 7 евро. Ну и нафиг оно нужно. Уже ставить некуда. Три с половиной у нас евро магнита. Вон тарелочки есть. О, сегодня ходили на хор вот этих мальчиков. Только рюкзачком. Не звей ничего. Монсеррат. Сколько цена? 25 евро. Ничего себе, что они с ума сошли? Таких тарелочек 25 евро. Офигеть. Магнитики. Четыре песни. Это сколько стоит? 4,60, еще больше. Охренеть. Цена, конечно, на магнитике. Четыре десять.